Всем доброго времени суток, а особенно подписчикам. Сегодня на обзоре у нас воблеры с сайта AliExpress от производителя Kingdom. Это копия модели Band Minnow от компании OSP в 86 и 106 размерах. Как всегда, покажу вам качество изготовления, проверим вес, размер и игру под водой. Итак, рассмотрим качество поближе. Начну с младшей модели. Сверху у нас логотип Kingdom. Такие натуральные бока в этой расцветке. Вот так переливаются. Крючки вот такой формы, очень острые. К пальцам липнут сразу. Я менять их не буду. Колечки, по моему мнению, также в замене не нуждаются. Снизу у нас надпись всплывающая, 86 мм, 6,5 грамм вес, от 0,2 до 0,5 метра заглубления. Вот смотрите по качеству покраски. По шуму еле заметно шумит воблер. Такой низкочастотный звук. В этой расцветке в ультрафиолете он не светится. Итак, проверим вес и размер. Заявлено у нас 86 мм и 6,5 грамм. Порядка 86. Так и есть. Полностью. С кольцами 92 мм. И вес 6,7 грамма. И теперь посмотрим его игру под водой. Теперь рассмотрим старшего брата. Сверху у нас также логотип Kingdom. Болотного цвета спина. И переход такой натуральный. И такое ярко-розовое брюхо. Также надпись всплывающая. 110 мм, 10 грамм, от 0,2 до 0,5 метра заглубления. По фурнитуре все то же самое. Здесь у нас крючки с красным покрытием. Но также очень острые, такой же формы, я думаю, будет видно. По моему мнению, менять здесь ничего не нужно. В этой расцветке в ультрафиолете у воблера светится брюхо. Проверим вес и размер. Заявлено у нас 110 мм и 10 грамм. Без колец порядка 106.
Оригинал идет в 106 размере. И 112 полностью. И вес 10,3 грамма. И теперь посмотрим, как он ведет себя под водой. Итак, подведем небольшие итоги. Обе модели, как и оригинал, всплывающие. Игру на равномерной проводке и твичинге, насколько это возможно в ванной, я вам показал. Приманка имеет небольшое заглубление и подойдет в первую очередь для облова меляков или проводки над травой или корягами. По качеству у меня претензий нет. Цена, как обычно, в разы ниже оригинала. А стоят они своих денег или нет, как обычно, каждый решит сам. Если вы считаете этот обзор полезным, то поставьте лайк. Все вопросы и пожелания оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. И всем ни хвоста, ни чешуи.